Когда мы берем автомобиль на неделю и проверяется все абсолютно досконально. Отношение к этой машине было, поскольку это не выходит в эфир нашей программы, да, просто получить какие-то первые впечатления от машины, которая имеет свою историю. Не Хаммер как автомобиль и марка и модель, а как конкретный автомобиль, который принадлежал 50 центов, в который было вложено достаточно много денег в тюнинг, который сюда добирал продажи на аукционе, когда своя есть история, как сбивались цены, да, как в итоге получилось все-таки привести за какие-то более-менее разумные деньги. Но, причем сказать, что изначально на аукционе эта машина стояла за 300 тысяч долларов в Америке, при том, что стандартный Хаммер легко можно купить за 50. Ну, разница очень большая. Я вас приветствую, телеканал Первый Автомобильный. С вами Ларс.